Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device. В этом ролике хочу показать вам одну интересную тему, а также подборку тематических рингтонов под эту тему. Иногда классические темы MIUI просто надоедают, и хочется какого-то разнообразия. Как вы уже, наверное, догадались, данная тема, которую я хочу предложить вам, это черепашки-ниндзя. Герои из моего детства. Для разнообразия тема достаточно интересная. В ней используются достаточно прикольные значки. А также, установив эту тему, у вас изменится шторка и строка состояния. Анимация зарядки выглядит вот так. Также в теме на экране блокировки есть удобная функция с быстрым доступом к вашему плееру. Нужно сделать двойной тап. Кстати, отмечу, что в этой теме нет лишних анимаций, поэтому она не поджирает батарею. Ну и самое главное, друзья, к этой теме я сделал тематическую подборку и нарезку музыки. Конечно же, если вам понравится эта тема, рингтоны вы сможете скачать по ссылке в описании. К примеру, на уведомление я ставлю вот такой звук. Кауабанга. На звонок к этой теме я поставил вот такие оригинальные треки из фильма. А вот этот звук можно поставить при загрузке смартфона. Все эти треки я закину в архив и оставлю ссылку на скачивание внизу под видео. Перед тем, как устанавливать эту тему, хочу отметить, вы можете в комментариях предлагать свои какие-то интересные темы. Я под них смогу сделать интересную подборку и нарезку треков и разных звуков. Ну а если хотите установить вот эту тему, то зайдите в темы. В поиске пишем по-английски ниндзя. Эта тема нам и нужна. Устанавливаем ее. Теперь немного доработаем тему под нас. Зайдем вот сюда. Компоненты. Мелодия загрузки. Здесь нажимаем плюсик. Скачиваем подборку звуков, которую я оставил, и через проводник заходим в нее. Находим тот трек, который вы хотите слышать при загрузке смартфона. Нажимаем ОК. Применить. Остальное здесь я не меняю. В этой теме меня все устраивает, кроме вот этих часов. Я их хочу изменить. Удаляю. Теперь делаю удержание на рабочем столе. Виджеты. Здесь выбираем часы, которые нам по вкусу. Пожалуй, оставлю вот эти, стандартные. Так мне нравится больше. Теперь установим мелодию звонка и уведомлений. Зайдем в настройки. Звук и вибрация. Мелодия. Выбор мелодии на устройстве. Пожалуй, на звонок я установлю вот этот трек. А на уведомление я установлю вот этот. Теперь уведомления на мой смартфон будут приходить так. Кауабанга. А при включении смартфона или перезагрузке будет звучать следующий трек. Кауабанга! Ninja Turtles.
Кстати, друзья, как объединить компоненты из разных тем и создать из них одну интересную тему, я показываю вот в этом видео. Предлагайте свои темы в комментариях, я сделаю для них подборку интересной музыки. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, впереди еще много интересных и полезных видео. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов, увидимся на YouTube. Пока-пока!